Друзья, всем доброго дня. Хочу показать вам сорт Pink Sensation, вариант Юса Американка. Это сорт среднерослый, его как бы глубина посадки рекомендуемая в районе 50-80 сантиметров. На этой глубине растение будет себя очень комфортно чувствовать. Поскольку это растение не крупномерное, поэтому листья, конечно, меньше, чем у ее сородичей американок. Там, допустим, аттракцион, корнея, марляковских сортов. Там листья крупные, вот, и стебли немножко толще. Но особенностью сорта Pink Sensation есть то, что это самый обильно цветущий сорт. Обильнее его я никакого сорта еще не видел. Значит, смотрите, если начиная от корня брать, вы видите, сколько там цветовых побегов заряжено, да? И вот мы видим, как они идут, интересно, да? То есть они идут цепочкой, как пулеметная лента. И цветут постоянно, непрерывно, начиная с начала июня месяца и заканчивая теплым октябрем. Сорт очень крупный в плане цветения, то есть цветок, несмотря на то, что сорт среднерослый, цветы у данного сорта очень крупные. Ну вот мы видим, да, вот бутон, который уже скоро будет раскрываться, вот получается куриное яйцо. Значит, цвет лепестков получается, вот я немножечко так отодвину, сейчас отодвину немножко, чтобы вы... Вот видите, это даже изнаночка, рубашечка, то есть цвет ярко-розовый. Давайте еще один так отодвину немножечко. Вот цвет ярко-розовый у цветка. И сам цветок имеет очень крупный размер. Корень не сильно толстый, но размер приблизительно куриное яйцо, видите, диаметр. Очень много на нем появляется новых дополнительных точек роста. Делится очень легко путем отламывания вот этого вот дополнительного растения уже, да, но в этом году сейчас еще нет, он подрастет, и уже на следующий год его можно будет отсадить, и будет новое растение. Всех, кого заинтересовал сорт Pink Sensation, в конце этого ролика будет ссылочка для перехода в интернет-магазин на страничку, где вы сможете заказать и купить кувшиночку сорт Pink Sensation, самую обильно цветущую, розовыми цветами. Всего вам доброго, друзья! Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Ой, помоги.